Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Observation. Супер-мега-крутая космическая офигительнейшая игрушка с очень интригующим сюжетом. Понеслась! На Юни 1 мы были, на Юни 7. Защитная камера с перчатками. Вот еще один комп. Хорошо, будет новая инфа. Сам, запиши передачу. Хьюстон, мы приближаемся к координатам. ИАР в режиме ожидания. Телескоп наведен. Система сама открыта. Назад пути нет. Векторы сойдутся через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уилл, тут ничего. Это не... Блин, я не могу составить картину так... Все загадочно. Хранилище медикаментов. Короче, здесь, может быть, еще, конечно, тут вот есть кто-то. Но не... Опа, комп. Как нам на него посмотреть? А, прям так. XYA. Стасу и Элси, пожалуйста. Спасибо, ребят. Не волнуйтесь, вам не показалось. Это далеко не слухи, мы просто хотим лучшего для них, но чтобы это и на работу не повлияло. Схожу к Джиму насчет всей этой идеи с каютой Элси. А что? Смена обстановки мне не помешает. Конец сообщения. Хорошо. Возможно, нам нужно вообще в другую. В Россию мы не можем. Вот здесь давайте поищем. Ошибка камеры. Хорошо. Угу. Документ. Прикладная климатология для небесного объекта наблюдатель. Доктор Э. Янг. Китайский центр контроля климата. Краткое изложение. Здесь детально рассматривается новейший подход к климатическим исследованиям и их проведение относительно небесных объектов с использованием продвинутых технологических решений, реализованных в ходе миссии наблюдатель. С помощью ИИ и его функции машинного обучения мы сможем собирать и изучать данные наблюдений в реальном времени. Так вот, как ты здесь оказалась. Интересная работа, Стас. Ладненько. Стоп, а мы здесь все камеры просмотрели. Да, тут, в принципе, все. Это помещение для экипажа. А, здесь... Схемы! Это техдиаграмма, схема люка Кит. Комбинирование файлов. Хорошо, давайте... Комбинировать будем сейчас. Комбинируй. Так, это все не то. Да, тварь. Вот с тобой, да? Есть. И еще один нужен быть документ какой-то. Вот. Система есть, окей. Модуль крыло Кит. Происхождение. Является частью миссии Шэньчжоу-12 под управлением КНК и Китайского центра контроля климата. Последний из крыльев, присоединенное к НКС наблюдатель в 2025 году. Использование. Исследование атмосферы и связанных с ней изменений с орбитальной позиции. Примечание. Данный модуль чрезвычайно важен для осуществления исследований и лучшего понимания механизмов, спровоцировавших резкие изменения климата в 2020 году. А также поиска способа избежать или отсрочить глобальную катастрофу. Эта цель очень важна, хоть не является первостепенной для миссии наблюдателя. Оки-доки. Теперь вот пойдем сюда. И здесь компьютер. А что за маленький стикер? 1986. Не знаю, что это значит. С
Сообщение для китайского центра контроля климата через Хьюстон, САМ. Это Айлса Янг на борту наблюдателя. Посылаю вам свежие данные, должно хватить для анализа и презентации на съезде по вопросам климата в Пекине через месяц. Я уже говорила, но повторюсь, если вдруг появятся новые делегаты, я готова переводить. Мне удается практиковать только английский здесь, не помешало бы размяться. Хорошо, какие у нас здесь еще есть карты? Камеры, точнее. Не передвигать. Вот я отсюда могу все-таки посмотреть. Получше. Best. Да? Или тест. Тест. 1.9. Окей, хорошо. Что ж, в китайском ядре никого не... Точнее, отделе никого нету. Мы тоже здесь все, да, посмотрели? Давайте пойдем сюда. Найти экипаж. Сволочь, Эмма, ты не помогаешь. А может быть, нужно было заглянуть вот сюда, датчик сотрудника. И здесь, смотрите, вот Джим Элиас. Ошибка неизвестна где. Где-то в российском месте он находится. Потом Эмма Фишер находится, ну, мы знаем, где она, UCD-01. Станислав. Я тоже там, он дохлый. Джон, Джош. Неизвестно. Морган. Неизвестно. И Элса, она находится тоже неизвестно. Черт меня дери. Вот оно как надо, да, скорее всего. Да. Данные датчика Джима Элиса повреждены. Может, есть местоположение или медданные какие? Капитан Джим Элиас находится в крыле РУС. Я не могу определить его точное местоположение. Окей, есть доступ к его медико-биологическим данным. Блин, я просто думал, что мне надо прям визуально найти информацию о сотрудниках, где они находятся. Поэтому я стал ковырять все камеры, а оказывается, нужно было просто сюда зайти. Ну, блин, неоднозначно. Что у нас еще есть? Не удалось получить медико-биологические данные капитана Джима Элиаса. Что насчет Джоша? Пожалуйста, скажи, что у тебя есть информация. Вы, блин. Мои сенсоры подсказывают, что вы были любовниками. И чем он лучше меня? Сопляк. Хорошо, его... Давайте, неизвестно. Местоположение Джоша Рамона неизвестно. Хоть какие-то данные о нем есть? Есть слабый сигнал. Датчик функционирует. Сигнал датчика Джоша Рамона слабый. Что насчет жизненных показателей? Хоть чего-то. Кстати, смотрите. Смотрите. Какой символ. Не удалось получить медико-биологические данные капитана Джоша Рамона. Ничего не понимаю. Может, какие-то помехи? Мэй, мы, кажется, нашли Джима. Он где-то на салюте. Отлично, его помощь нам не помешает. И скажи ему, что я жду объяснений. Погоди. Похоже, что твои камеры в российском крыле отключены. Сейчас починю. О, ура! Наконец-то. Да. Найди капитана сам. Где он? Тут теперь мне придется именно визуально, да, его найти, конечно же. Окей, секундочку, секундочку. YAX. Теперь мне нужно его быстренько подрубить в розеточку. Розеточка, где у нас она? А, вот она, блин. Включить? Включили. Сообщение для Джима. Сам. Привет, Джим. Не хочу при всех это говорить, но Эмма и Джош стали в последнее время весьма близки. Я подумываю о переезде в другую каюту, чтобы им не мешать. Я поговорила с Элсой, она не против моей вынужденной миграции в китайский модуль. Нужно только ваше подтверждение, капитан. Напоминает мне наши дни на МКС. Конец сообщения. Да тут все друг с другом. Космические интриги, космические связи. Один Сэм, один. Как так? РУС-06. Оповестить команду об ошибке через оповещение станции. РУС-4. Мистер Элоис, Элиас, Элиас. Элиас, да, правильно говорить?
Его здесь нет. Где он шастает там, сволочь? Ноутбук выключен. Что, какие-то объективы, да, здесь? Или что это такое? Да, это похоже, да, это объективы реально. Прикольно. Ну-кась. Панель астрофиз. Астрофизических измерений. Окей. Сейчас недоступно. Fuck me. Ну ладно. Тогда давайте РУС-03. Посмотрите. Какие-то данные, данные. Почему они мне не... Они недоступны мне. Стоп, стоп, опа. BBA. Но этот ноут выключен, да, ведь? Да, он выключен. И нужна розетка, а она вот. Специально засветили. Давай быстрее, сволочь, сволочная эта камера. Включил. Странно, что этот ноут нельзя активировать. Ответ для Эммы, многоуважаемый сам. Привет, Эмма. Я тут занят поручениями Джима и не могу покинуть рабочее место, поэтому твои любимые обязанности и тесты вынуждены подождать. Однако я надеялся, что ты мне кое с чем поможешь. Я тут разбирался с координацией управления и навигацией целых нескольких дней, и мы, кажется, движемся в сторону определенной точки на орбите, которой не было в стандартном плане. Ты не знаешь, Джош или Элса не просили сменить курс? Я пытался сам выяснить, но был изгнан с глаз долой. Стас, не сейчас. Что-то тут не так. Those bastards. Что они задумали... О, еще одна сфера. Неактивна. Может быть, мы можем? Нет. Сами мы не можем. Опа, еще комп. Отлично. YXY. Ответ Элси. Извини, но я не смогу помочь тебе с данными наблюдений. Джим меня под завязку нагрузил. Он даже нарушил протокол, чтобы сместить мои циклы сна для обязанностей космического уборщика. Следить за сигналами, проверять всякое целых 5 часов, наблюдать за передачей данных. Пока сам занят тем же самым, конечно же. Не знаю, зачем он нас так распределил, у нас не совпадают периоды сна. Мы толком вместе поработать не успеваем. На космических станциях не всегда так, если вдруг что. Я уверен, что в дальнейшем такой изоляции друг от друга не будет. Если буду нужен, кричи во все горло. Конец сообщения. Ясненько. И что здесь еще есть? В целом, все. Последнее, вот оно. Да его нету! Это сволочи нигде нету. Погодите. Набросок, найденный среди записей Станислава. Вращение станции. Один и тот же объект наблюдений. Стандартная орбита 336 километров. ННУ изменена на более широкую орбиту. 410 километров. Ага, траектория новой орбиты ведет нас к объекту наблюдения. А что это за... Это Земля, да. Они вот летали... И каким-то фигом, да, вот очутились на Сатурне. Сдается мне, он находится в РУС-06, однако туда невозможно заглянуть. Стоп. Теперь и сюда нельзя заглянуть? И в 05 тоже? Оп. А! Сволочь! Что произошло? Я ничего не делал. РУС-06. Не удалось запустить камеры в РУС-6. Окей, я могу их подключить. Релокация. А вот и готово. Джим!
Капитан Джим Эллиас находится в РУС-6. Теперь мы должны иметь доступ к российскому крылу. Джим, это Эмма. Я вижу, где ты находишься. Скоро буду у тебя. Эмма? Она просто сюда летит сейчас, да? У нас есть время немножко пошаманить тут. Здесь нужен пин. Пин. Стоп, дверь. Нам нужно ее открыть. XXX. Так, схем... А, у нас схем нет. Вот черт. Сам, я не могу попасть внутрь. Панель управления люком повреждена. Она уже здесь? Фига ты быстро. Вот дерьмо. Мне нужно подумать. Хорошо, мне нужна схема. Ты можешь пролезть через нее и открыть люк с другой стороны. Мониторинг членов экипажа. Удерживайте. Схема расположена люка... расположение люка в российском... Блин, я не успел прочитать. Открыть люк... Вот что она сказала, я не успел прочитать. Стоп. Пин-код! 9-3-3-8. 9-3-3. Сначала я поищу у него тут всякое. Сообщение для экипажа. Что бы ни произошло, спасибо. Спасибо, ребята. Извините, не хотел нагнетать. И схема люка. Есть. Как нам ее... Хорошо установлено. Итак, люк РУС открыт. Люк РУС закрыт. А, все, я наконец-таки понял. В каком... в разном положении... Вот, допустим, я сделаю схему L1, и тогда люк этот будет открыт. Если я сделаю схему L2, он будет закрыт. Дальше он будет заблокирован или разблокирован. Все, я, кажется, понял. Нам нужно открыть этот люк. Или он заблокирован сейчас? Значит, его нужно разблокировать, да? Как понять, в чем... Какой у него сейчас статус? Хрен его знает. Ну, давайте попробуем разблокировать. L3, значит. Ага. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Попробуем. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Разблокирован. Все, открывай. Наконец-то допер, как это работает. Обучающийся механизм. Джим. Капитан. Ты слышишь меня? Нет. Я не могу поверить в это. Боже мой. Эмма! Эмма, говори со мной. Он мертв. Мэй. Нет, мать твою. Эмма, что происходит? Эмма, мне нужна твоя помощь. Я у панели, но она не работает. Идеи? Я сейчас отправлю к тебе сам. Он сможет подключиться. В РУС-02 есть еще одна сфера. Прямо рядом со шлюзом. Возьми ее. Окей, хорошо, я сейчас это сделаю. Мне очень жаль. Занять. Следующая миссия — найти Мэй Морган за пределами станции. Нам нужно выйти. Но откуда? Откуда нам нужно выйти? Вот. Сам, иди сюда и помоги мне. Снаружи китайского крыла. Ясненько, ясненько, ясненько. Задраить. Разгерметизировать.
Открыть. Все, поперли. Уи! Окей, я подключилась к камере на твоей сфере. У Мэй должно подключиться к сфере и установить контакт с ним. Короче, она находится... Что это? Заметили, в каком положении уже Сатурн, да? Он был в другом положении, когда мы первый раз вышли в космос. И видите? Это шестигранник. Охренеть, это стрёмно. Сатурн общается с нами. Нам нужно к китайскому пойти. Боже мой, Сам, это она. Она в порядке? Она двигается. Где? Где? Кто-нибудь видит? Я вообще не вижу, где она, о чем ты говоришь? Вон, вот, нашел, наконец-таки, вот. Она дрыгается. Тебе что, плохо? Я знаю, что их как-то можно перезапустить отсюда, но для этого мне нужен Стас. Мэй, я сейчас отправлю Сам, чтобы он перезапустил точки контакта. У меня была такая же проблема в крыле ЕА. Если у него получится, ты сможешь вернуться обратно и не идти аж до шлюза ЕА. Сам, переназначь точки контакта между китайским крылом и Юниверсалом. Легко сказать. Я вот в прошлый раз долго искал эту панель сраную. Оп, вот она. Ух, в этот раз недолго. Начинаем. Удерживаем А. Потом Y, я уже профессионал в этом. Потом мы Y отпускаем плавно. Потом A. Сейчас все соединим. Всю эту дрянь. Давай. Угу. Четенько. Отличная работа. Вернись к Мэй. Расскажи ей. Она теперь может вернуться в Шэньчжоу. Ты сама это можешь рассказать, по-моему, нет? Зачем это мне ей рассказывать? Тем более, я, кажется, снова ее потерял. А, вот она. Ой, Мэй, фиг ли ты. Поддерживай связь со своей напарницей. Что это? Мэй, Сам все перезапустил. Возвращайся назад и иди ко мне в Universal. Отлично. Мне такой вариант больше нравится. Сам думает. Мэй. Шторм. Связь обрывается. Я возвращаюсь в Кит 03. Скоро увидимся. Сам, ты это видишь? Мэй, скорее возвращайся, шторм на планете. Нет! Я могу ее схватить! Я должен к ней подлететь! Эй, Сам, я переместила тебя в другую сферу. Я не знаю, что только что произошло, но я чувствую... Будто бы я изменилась. И изменилась не только я. Вот взгляни. Кто-то идет за нами, Сам. Офигеть! Очень интригующий финал этого эпизода. Если вы так же заинтригованы, как и я, то ждите следующего видоса и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить это интригующее продолжение. И не забудьте про колокольчик. А также буду рад вашему лайку, вашему комментарию. И если вы вступите в мои соцсети, которые будут в описании под видео, там я вас всех жду, там будет много полезной инфы про меня, ведь я очень интересен.
Поэтому обязательно вступайте во все истории. Инстаграм, там, ВК и так далее. Все будет в описании. С вами был Юджин, и всем пять!